Добрый день, меня зовут Шамиль, Автосалон Plaza Top Car. Сегодня вашему вниманию хочу представить автомобиль BMW X1 2019 года выпуска с пробегом 2000 километров. Автомобиль оснащен 2-литровым дизельным двигателем. У автомобиля полный привод X-Drive, классический автомат. Но самая, конечно, изюминка автомобиля – это его пробег. Всего лишь 2000. Новый автомобиль такой стоит свыше 3 миллионов. Наш же стоит 2 миллиона 595 тысяч. Так, значит, посмотрим комплектацию автомобиля. Разумеется, электропривод всех стекол, зеркала, складываемые зеркала, автосвет. Здесь, кстати, светодиодная оптика уже пошла. Автомат, мультимедийный экран присутствует у автомобиля. Однозонный климат-контроль. Спортсиденья кожаные, колеса большего диаметра, спортивного стиля. Ну, как я еще раз говорил и повторюсь, автомобиль в новом состоянии с пробегом 2000 километров, дизельный. Новый стоит свыше 3. Наша цена 2 миллиона 595 тысяч. То есть, есть, как бы, наверное... Вариант лучше подумать купить с минимальным пробегом, но на 500 тысяч дешевле. Ждем вас каждый день. Проспект Октября, 107Б.